Турнир по спортивной гимнастике имени Полины Астаховой во дворце спорта «Шахтер» проходит уже 18-й раз. По словам главного судьи соревнования Надежды Локоновой, участие в турнире приняли также парни в различных возрастных категориях. В этом году мы проводим эти соревнования впервые вместе с юношами, потому что все предыдущие годы этот турнир был чисто женский, так как Полина Григорьевна руководила и основным составом, и молодежной сборной Украины девочек. Поэтому турнир начинался чисто для девочек. Соревнования будут проходить по 5 возрастным категориям. Это мастера спорта, кандидаты в мастера спорта. Первый взрослый разряд, второй взрослый разряд и третий взрослый разряд. В каждой возрастной категории будут отобраны победители и победительницы, которые будут награждены медалями, грамотами, кубками Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики и подарками, которые подготовили спонсоры наших соревнований. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Енакиева, Макеевки, Луганска и, конечно же, Донецка. При поддержке Комитета по делам молодежи, спорта и туризма, а также колоссальному опыту ветеранов спорта Донбасса состоялся данный турнир, благодаря которому наши спортсмены, ощутив дух соперничества в столь ожидаемом соревновании, смогут набраться опыта, сил и уверенности для будущих еще более весомых достижений. Сегодня при поддержке Комитета по делам молодежи, спорта и туризма мы проводим международные соревнования, посвященные памяти легендарной гимнастки Астаховой. Невозможно недооценить тот вклад, который делали ветераны спорта в развитие спортивной культуры Донбасса. Именно поэтому мы чтим и помним их имена и стараемся их не забывать. Сергей Михайлов, Виталий Чех, Новороссия ТВ.